вас не обслужили на русском и говорят с вами на казахском, это не агрессия в вашу сторону. Просто поймите, как бы, и постарайтесь, да, там, отнесись к этому с пониманием, с уважением. Давайте не будем проводить какую-то там ненависть, да, и так далее. Вот. Ну, на самом деле, вот опять же, если такое произойдет, я буду лично крайне печален. Потому что, ну, кроме ситуации, когда я человек реально не знает русского, да? Потому что, ну, мне кажется, что все равно это чуть-чуть странно. То есть чуть-чуть какое-то проявление такого, чуть-чуть национализм. Поэтому, опять же, это можно принять, но... Да, но это не от большой, как бы, тоже культуры, да? То есть вот мне кажется, что вот этот первый фон гостеприимства, оно должно вообще все перемешивать, да?